Добрый день! Вы на канале интернет-магазина Mountain Rock. Сегодня у нас будет обзор рюкзака от фирмы Deuter, модель Speedlite 16. Рюкзак очень легкий, вес рюкзака 370 грамм, имеет объем 16 литров. С фронтальной части есть крепление для шлема. Крепление для шлема продается отдельно. Также есть у нас здесь такое крепление. Оно нужно для того, чтобы закрепить проблесковый фонарик, если вы катаетесь на нем на велосипеде. Рюкзак максимально универсальный и подойдет вот как для занятия бегом, если на велосипеде, так и для повседневной носки. По бокам есть стрейч-карманы. Их переработали по сравнению с прошлыми годами. И теперь сюда хорошо убирается бутылка воды объемом 0,5. И она не вываливается. Видите, карман достаточно большой. Карман тянется. В принципе, даже бутылку объемом 1 литр сюда можно будет убрать. У рюкзака достаточно простая спина. Но она мне очень нравится. С этим рюкзаком я проходил порядка 6 лет. Чуть позже я покажу вам его. Что с ним стало за эти годы. Спина из такого мягкого пористого материала. Лямки здесь достаточно широкие. Также выполнены из пористого материала, за счет чего все будет лучше дышать и меньше потеть. Рюкзак очень хорошо сидит. Есть ручка для его переноски. У рюкзака отсутствует поясной ремень, но, в принципе, он не нужен, потому что рюкзак и так достаточно хорошо сидит, хорошо его можно пристегнуть к спине, и он не болтается. Карман под различную мелочевку. Убрать сюда можно всякие документы, ключи, еще что-то. И здесь есть вот такой вот карабинчик, на который как раз ключи можно зафиксировать. Есть возможность установки гидратора. Здесь у нас есть выход под гидратор. Вот, соответственно, дальше его шланг можно закрепить на лямку. Посмотрим на основное отделение. Достаточно объемное оно. Сюда можно убрать спокойно форму. Если вдруг вы идете заниматься спортом, в зал, скажем, как я уже говорил, вот, у меня еще здесь сюда влез мой старый рюкзак. Он совершенно такой же. Но тут переработаны, видите, кармашки. Раньше карманы были сетчатые. Отсек под сам гидратор. Это фиксатор гидратора. Если вы используете этот рюкзак в качестве городского, то, соответственно, можно убирать сюда ноутбук. Ноутбук сюда влезает с диагональю до 13 дюймов. Чтобы рюкзак держал свою форму и спина была более жесткая, здесь по периметру встроена дуга. Выполнена она из пластика. Вот, благодаря этому, как видите, рюкзак держит форму. И теперь я его одену и покажу вам, как он смотрится на спине. Фиксируем нагрудный ремень. Купить данный рюкзак можно в нашем интернет-магазине. Ссылка будет в описании. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока.